Всем привет, с вами канал Белостова, мы с вами продолжаем прохождение игры под названием Steampunk Tower 2. Я почему записываю именно эту игру, потому что я хотел кое-какую новую игру записать, но она записывает только через раз. И поэтому нормально записать игру у меня не получилось. Поэтому приходится играть вот так вот. Если что, потом перезапишу ту игру, которую я не смог записать. Итак, в прошлой серии мы с вами практически освободили вот эту вот территорию. Силы культа атакуют через минуту 18 секунд. Они что-то долго атакуют, вам не кажется, ребят? Так, а чё я должен сделать сейчас? Починить? Не могу. Так же, как и с пушками, мне нужны особые детали, улучшения. Ладно. Не, в прошлой серии мы с вами освоились в управлении башней. Вот в чем прикол. Так, а куда мне сейчас пойти? Давайте на сюжетное задание, ну. Для этой миссии вам необходимо две тяжелых пушки. А, они у меня есть вроде. Нет? Они у меня есть. Ты чё врёшь-то? Или нету? Они у меня есть, вот они. Тебе чё ещё надо-то? Ну, оса или секира? Нет, не секира. А, нет, секира. Ну, а чё тебе ещё надо? Не, ну ладно, если ты не хочешь, чтобы я туда проходил, окей, допустим. Так, вот тут воздушек много, ребят. Так, а вот здесь? Здесь бронемашины есть, воздушек мало. Ну, давайте вот этот пройдем. Хотя бы улучшение возьмем. Далее. Бонусы для битвы. Здесь вы можете купить заряд для супероружия или правого луча. А также купить бонусы для миссий. Заряды глаза. Хорошо. Ну, давай, возьму. Убой. Окей. Странная ты какая-то, Бигейл. Еще более странная была в Натали. Утоли мои печали и вали. Жмыкай, жмыкаю. Блин, а когда уже наконец башня будет не намного выше уровня? Серьезно. Бесит уже. Ну, стреляем, чё? А, тут можно же. Ну. Я забываю всем про кнопку перемотки. Пока все работает отлично, ребят. Не-не, пока мы не будем использовать паровые штучки. Пока не будем использовать. Подождем. Подождем. Так, вот сейчас вроде можно. Ну или нет. Ну или да. Да. Ах! Ай-я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 й
зарядка! Ай! Как же не вовремя! Отлично! Давай! Фух! Давай! Третья волна, фух! Так. Твою мать! Воздушная атака наступает. Давай, сдерживаем их. Давай. У нас мало хпшечек. Есть. Фух. А, мимо! Фух. Слава богу. Капец. Чем дальше я прохожу эти миссии, тем сложнее становится битва. Монеты я получил только, да? Так, есть что? Воздушки и пехоты. Всего лишь. Ну ладно, хорошо. Зону можно захватить автоматически, если вы уже захватывали ее хотя бы раз. Башня должна быть отмонтирована. Отремонтирована, наоборот. Далее. Опять бонусы. А у нас бонус такой есть. Окей, бой. Все. А в смысле зона может быть автоматически захвачена? Но здесь она что-то автоматически не может быть захвачена. Как бы это странно ни звучало. Давай. Ёкарный мазай. Быстрее! Капец! Вот это, ребят, начало. Вот это вообще самое неожиданное начало. Когда столько воздушных сил. Пипец. Надо было здесь все по... Ну... Все про осу, проще говоря.
чтобы было... Ой, зачем я... Ну ладно, подождем. Подождем. Пока все наладится, пока все размусолится. Так, давай. Вот так. И вот так. Так, давай, сдерживай. Блин, очень вовремя, блин, для перезарядки. Давай. Отлично. Все отлично. Так. Принято. Все. Так, еще нам денег дали. Так, ну что у нас дальше идем? Так, опять воздушки, опять пехоты, опять прототипы. Здесь, ну здесь поменьше. Ну давайте пойдем. Починить. Так, ну что, то же самое, ребят? Не-не, то же самое. Нет, подожди. А хотя подожди. Для начала давайте улучшим что-нибудь. Так, во-первых, деньги мне начислите. А во-вторых, можно как-нибудь их улучшить, например, или что-то подобное? Могу. Что это? Нельзя? Блин, ну ладно. Так, а тогда секира Миямото. Тоже нельзя. Ясно. Ладно. Хорошо. Тогда вот. Давай. Попробуем хотя бы так. Бонус у нас есть, Абигейл. Не надо нам предлагать снова. Это бонус. Жмыкаем. Так, нос. И погнали. Не забывайте про вот эти вот катающиеся хрени. Они тоже опасны. Давай, бомби. Они слишком близко. Черт. Ох. Чем дальше, тем тяжело. Тяжело эти битвы даются. А почему, кстати, всего по 3 волны? Не могли бы дать они хотя бы побольше? Например. Так, пока все хорошо. Так. Перезарядись. Все, достаточно. Атака сверху. Давай. Удерживаем позиции. Черт, атака сверху. Очень много атак сверху. Фух. Давай. Капец. Я говорю, ребят, тяжело. Так, что у нас здесь? Монеты. Здесь. Какая-то хрень. Ладно. Хорошо. Так. У нас по-прежнему нету кристаллов, так что... Да давайте будем. Минимум один уровень. Так, у нас есть, если все. Хорошо. Ну все, поехали, что. За эти бонусы у нас есть, все. Итак, хорошо. И опускай. Отлично. Так, давай. Так. А, я могу паровой луч сразу, что ли, запустить? Прям... Блин, я-то думал, зачем она там нужна? Выберите, нажмите кнопку «Вызвать волну», чтобы получить больше пара для суперглаз... А так он меня так помнит. Ты ускорь, пожалуйста. Давай. Так, отлично. Когда, ребят, будет очень много противников, когда уже все будет понятно, что уже все, выхода нет, то будем использовать наш паровой глаз. Перезарядись пока. Пошел.
Да, все отлично. Перезарядись, перезарядись. Все, есть, есть, есть. Давай, 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 давай. Все, хорош. Так. Так. Все, пока можешь свободно перезаряжаться. Давай, 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 скорей, 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 скорей. Есть, есть. Быстрее, 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 держи, ну. Долго перезаряжаешься. Вот. Все, последняя волна, ребят, последняя, все. Финалочка. Мать моя Богородица, давай. Паровой луч. Можно. Командир, держитесь. Виктор готов к удару. Просто дайте мне верные координаты. И... Стрелять сюда. Жми. Воу! Отлично! Все. Отлично. Так, открывай. Что там у нас? Шестеренки, ободочки, кристалл и деньги. Все. Отлично. Так, здесь нам нужно 2000. Достигните 4 уровня, чтобы открыть ту зону. Еще надо уровень набирать, а у нас его не так много. Так что нам придется пока что вот сюда пройти. Так, на базу давай. Так, у нас не хватит кристаллов для постройки чего-нибудь. Да, то есть. У нас, конечно, ну, не хватает. У нас, конечно, не хватает. Вот и все. Что мы можем вам сказать. Так, а что? В смысле, а можно что-нибудь куда-нибудь вложить? Я не понял. Я, ребят, не понял. Вот, клянусь вам, я не понял. Так, ладно, оставим жилой район в покое. Так, давайте вот этот вот захватим. И там будем смотреть, что дальше будем делать. Давай, вперед. Так, давай, заплатим. Если вдруг будут очень много врагов, то будем использовать как самый, скажем так, на самый пожарный. Примерно так. О, все, уже началось. Уже началась эта херня. Давай, 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 давай. Есть. Все, отлично. Так, дальше. Так. Пехота пошла. Пока все идет, ребят, хорошо. Пока что. Быстрее перезаряжайся. Быстрее, быстрее, быстрее. Есть. Так, вперед. Отлично. Давай, 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 давай. Так, перезаряди. А, все? Я думал, это не все. Ну ладно. Так. Что у нас тут? Денежки. Тут. Открой. Денежки. Тут. Кристалл. Отлично. 163. Можем что-нибудь сейчас улучшить. Так, для начала нам назад надо пойти и забрать денежки. Так, теперь можем что-нибудь улучшить. Например... Центральный район. Помощников инженеров в подмастерье. Примите условия жизни за небольшие налоги. Давай. Строим этот район. Так, а что такое? Так, это улучшить, но его улучшить нельзя. Потому что... Недоступна лаборатория. А лабораторию нужно построить второй уровень, но у нас нету 200 кристаллов. То есть, когда у нас появится 200 кристаллов, тогда можно построить лабораторию и можем улучшать, соответственно, пушки. Итак. Что здесь, чем заняться здесь? Заняться нам здесь нечего. Итак. Можем отправить агента. Вперед. Выберите, кого отправить в миссию. Виктор. Отправить. Так, здесь что? Здесь никого нельзя отправить, потому что... Так, а какое мы задание выбрали, я так и не понял.
Виктор выполняет задание. До возврата 53 секунды. Окей, ждем. Видимо, ребят, придется это ждать долго. Что за один на один, мне интересно? Ничего? Ну ладно. Сила культа атакует через 25 секунд. Окей, ждем. Че, все? Нет, 31 секунда, окей. Подождем. Давайте, ребята, это все вырежу, чтобы не ждать. Не томить вас, ни меня, ни вас. Итак, ребят, у нас осталось до того, как... Ну, в общем, у нас осталось немного. А, че? Нет, ты все, выполнил уже задание, так ведь, Виктор? Да. Да ведь нет? Нет? Алло. Ты дебил? Очень долго. Ладно, насрать. Давайте пойдем сюда. Давайте пойдем сюда. Так, у нас здесь вроде... Вот, починить надо вот столько. И... Все, давайте. Давайте уж так. Так. Боимся чуть-чуть, потому что иначе это будет очень долго. Да, кстати, у меня хороший вопрос. А почему почти все вот эти вот войска, они атакуют реально очень медленно? Вот я на полном серьезе говорю. О, ребята, посмотрите, какие у них машины-то появились новые. Они достаточно близко начинают подходить. Это будет, ребят. У меня возникает ощущение, что я эту миссию провалю скорее. Тут нужно, ребята, улучшать наши пушки, а иначе будет никак. Так, ну-с. Давай. Ребят, я чувствую, что сейчас я провалю эту миссию. Все, ребят, сейчас будет миссия провалена. Паровой луч! Блин, забыли. Ну ладно, насрать. Так. А что с Виктором не так? А он что, приехал, что? А, он приехал! Господи боже. Давай. Все, спасибо за кристаллы. Так, теперь нам нужно еще столько же кристаллов, но 200. Тогда мы будем начать улучшать пушки. Так, снова. Штурм подпольной ячейки фанатиков культа. Не хочу. Минута 30 секунд. Руководство операции по захвату оракула культа. Давай. Отправить кого на миссию? Его. Начать. Все, вперед. Так. Ибо нам, ребят, нужно сейчас улучшение пушки. А иначе мы вот эту вот миссию тупо не пройдем. Здесь тоже, здесь бы нам тоже. Подожди. А, достигните 4 уровня. Точно. А нам до 4 уровня еще пока не хватает. Здесь сколько нам? 5 уровень. Здесь, скорее всего, 6 уровень. Здесь 7. 9. Нифига. 8. Вот там будет 9. 10. Да. 10. 11. 12, 13, 14, 15. 15? 15, да. То есть вообще всего 15 уровней. Если имеется в виду по прокачке, то в игре всего 15 уровней. То есть, если говорить точно, то уровни вообще не такие сложные будут. Ну, во-первых, не, вот сейчас вот возникла одна сложность. То, что мы не смогли атаковать вот эту вот башню. Фабрика будет доступна после сигнала СОС. У меня только один вопрос, когда он появится, этот сигнал СОС. Такое ощущение, словно не появится никогда. Нам вообще, ребят, что сейчас нужно? Нам нужно набрать 200 кристаллов для того, чтобы мы могли улучшать наши пушки. Потому что сейчас бы нам была бы небольшая необходимость улучшить нашу пушку. А именно, могу даже сказать, какую пушку. Нам нужно улучшить пушку... как он называется? Не Сигма, я не помню, но давай. Все, отлично. Так, теперь нам нужно лабораторию улучшить. Лабораторию пулеметов. А нам нужна лаборатория зениток. Почему нельзя сделать лабораторию зениток? Вот секиры. Мне нужна секира, мне нужно ее улучшить. Улучшить. Недостаточный уровень. Блин, почему 5 уровень? Я не хочу сраный 5 уровень. Ой, насрать. Давай вот этот вот, хорошо. Построим улучшение для пулеметов. Окей. Если вы так хотите.
будет вам улучшение для пулеметов. И что это такое? Что за паяльник? А это что? Давай сюда поставим ее. Она не работает. Или что? Ну-ка. Нет. А что надо вставить, алё? Это что? Что, вообще нельзя ничего ставить? Я, ребят, ничего не понял. Улучшенный пулемет. У меня денег достаточно, ну. А, один паяльник нужен. А его у нас нету, да, ведь? Подожди, я сейчас что-то вложил. В одно оружие что-то я вложил, подожди. Подожди, это что такое, ну-ка. Детали 129. Что это нам дает? Зачем эти детали нам нужны? Почему я в какую бы часть экрана не ложил, они все равно... Подожди, вот если разобрать, например... Давай разберем, окей. Давай разберем и посмотрим, в чем прикол. А то я сейчас вообще что-то, ребят, запутался. Так, у нас есть... У нас есть... Подожди, так, улучшить. Ну, стандартный пулемет, ну, а здесь что? Я могу что-нибудь вложить, нет? Могу. Это? Могу. Все, дальше ничего не могу вложить, да ведь? Вот. Нет? Или все? Вот. Что это вообще такое? Вот это, ребят, что за. Вот это что за херня? Я не понимаю. Короче, ребят, у меня игра только решила запутать. Потому что в большинстве случаев я вообще не понимаю, в чем прикол. И в башне тут надо что-то улучшать. Ё-моза, это что такое? Это что? Улучшена конструкция башни. Задание «Русская мощь» завершено. Да ладно, нифига себе. Лорд Бинге, мы получили сигнал от мисс Элизабет фон Брау. По-видимому, она дочь мистера Брауна, дочь вашего главного противника, Элизабет. Мои глубочайшие извинения, лорд Бинге. Я обращаюсь к вам, так как у меня нет другого выбора. Вы мой последний шанс спасти моих людей и мои разработки. Окей. Элизабет, дорогая, ваш отец... Мне ужасно стыдно за моего отца, лорд Бинге, но он мертв. Я последний из Браунов и должна думать о моей компании, моих людях и моем наследии. Наша база была раскрыта. Культ уничтожит нас. Это всего лишь вопрос времени. Я отдам вам часть своих разработок. Пожалуйста, помогите нам. Элизабет, сейчас у вас общий враг, и мы сделаем все, чтобы сдерживать армию культа и выиграть вам время для подготовки эвакуации. Провести атаку на культ. О, да ладно. Неужели мы наконец-то проведем ту самую сраную атаку? А, у нас нету этого уровня, конечно. Деньги у нас есть, кристалл у нас есть. Так. Давай. Это не работает. Это не работает. Ну и на сайт, пофигу. Какие-то детали нашли. Для чего они нужны? Я хз. Ладно. Прототипы башни Варьюна Петухота. Петухота, говорю. Петухота. Так, воу, very... Да в смысле? Very nice, подожди. Подожди. Да ладно, я могу сейчас улучшить. Давай. Хорошо. Так, подожди. Купить новую пушку. Оса. Вас недостаточно. Да в смысле недостаточно? А это тоже... Блин, я не могу, ребят, атаковать культ, потому что у меня недостаточно пушек. Мне нужны кристаллы. Сколько? Минута. Давай, у тебя всего минута на то, чтобы принести и отнести кристаллы. Давай, камон. А я пока проверю запись. Итак, ребят, наш Виктор вернулся назад. Надеюсь, с кристаллами. Ну-ка. Отлично, все. Теперь можно покупать пушки. Да, давайте осу купим. Все, отлично. Так, теперь... ладно. Так. И еще одну осу. Все, отлично. Теперь можем свободно атаковать культ. Так, вперед.
Так, бронемашины у нас тут, блин. Надо бы тогда было взять этот. Ну ладно, срать. Давайте пока что проверим танк. Далее. Так. Можно аж две цели. Подожди. Это что? Артиллерия. Да. Да. Ну ладно, три раза. Окей. Да. Все, отлично. Бой. Поехали. Атакуем культ. И пока закончим. Сыкаремане. Давай. Няу. Жмыкаем. Все, вперед. Так. Нон. Дирижабль. Ага. Давайте атакуйте мои дирижабли. Ой, мои дирижабли, говорю. Мои эти пулеметчики. Так, в ту сторону. Ладно. Так, пока все отлично. Так, тебя атакуют с обеих сторон. Давай. Перезаряжайтесь пока. Пока перезаряжайтесь. Так, готов. Готов. И... готов. Так. Пока мы на изи, ребят, работаем. Так. Дальше. Да ладно, мы неужели ни разу не используем паровой луч? За всю миссию покинь. Ах ты, давай. Узрите! Твою мать. Давай. Где побольше? Да, сюда, тут больше. Отлично. Так. Все. Отлично. Так, ну-с. Что нам дали за это? Какую-то херню. Ну ладно. Сигнал СОС завершено. Получите надо. Отлично. Так, четвертый уровень. Теперь нам доступны склад и центральный район второго уровня. И плюс нам еще начислили денег. Но почему-то нам не дали... сами понимаете, что. Признаюсь, я потрясена. Ваша боевая машина чудо технологий. Но я должна вас предупредить, что наша разведка считает, как только мы начнем эвакуацию, культ бросит на нас все свои силы в этом регионе. Вы должны быть хорошо подготовленными. Не будь параноиком. Неподалеку есть завод, захваченный культом. Он производит особые детали. Если мы захватим этот завод, я смогу усовершенствовать ваши пулеметы. Это вполне хватит. Я согласен. Настало время усовершенствовать пулеметы. Командор, в первую очередь вам необходимо захватить завод и отправить детали на нашу базу. Так. Чтобы производить уникальные детали, нужно поконтролировать производственные заводы. Паровой аккумулятор, кстати. Прикинь, что нам дают. Ну давай. Почему нет? Давай. Заодно улучшим нашу пушку. Так, снова. Давай. И этот. Давай. Все, погнали. Окей. Столько возможностей нам дает нынче игра. Воу. Крутая локация. Жмыкай. Три волны всего лишь. Воу! 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 Нифига себе, читеры! Вот это сейчас читерское было. Читерно было. Давай, давай, давай. А прикиньте, когда башня вырастет, на ней столько всего оружия будет. Армию это уже не остановить будет, серьезно. Отлично. Так, второй. Второй волна. Так, читеры. Читеры пошли, читеры. Воу! Так. Отлично. Нет третьей волны. Ладно. Призайдись.
тоже. Быстрее, чуть-чуть. Давай. Есть, давай, скорее. Нам нужен авиаудар. Ну, то есть, не авиаудар, а... Ну, вы поняли. Давай быстрее. Так, отлично. И последний. Все. Отлично. Так. Считаю, что у нас есть паровой аккумулятор. Или какой там сразу паровой аккумулятор, или какой-то. Так, давай. Все, отлично. Контроль над заводом завершено. Все. Лорд Бингем, прошу вас ускорить на наращивание боевой мощи. Я вас уверяю, всего лишь 5 пушек не справятся с армией культа. Вообще-то у нас 6. Не волнуйся, Элизабет, у нас умелый командор. Новые пулеметы будут готовы к моменту эвакуации. Прошу прощения, что отвлекаю командора, но мы перехватываем интересные разведданные. Возможно, они будут полезны для вас. Мы нашли секретный военный полигон, захваченный культом. Местные повстанцы говорят, что культ проводит там испытания больших дробовиков. Дробовики? Мы определенно должны захватить этот полигон. Я смогу адаптировать технологию до нашей башни, и вы получите уникальную пушку для предстоящей битвы. Каждый завод производит определенный тип... Ну, понятно. Купить. Все, отлично. Так, и где? А, уже все доставили? Доставили уже, прикинь. Так, супер, теперь мы идем в оружейную и улучшим пулемет. Улучшить. АСУ. Так. Плюс к скорости стрельбы. Так, и чё? Ну давай, вот. Во, видали? Так, давай. Отлично, будь готов сражаться. Так. Командор, вы должны защитить на моих людей и мой груз, пока идет эвакуация. Я до сих пор нервничаю из-за возможных последствий. Мисс Браун, нет повода для беспокойства, Винсент. Все готово к эвакуации. Я лично прослежу за вызовом груза с новыми технологиями. Познакомьтесь с Винсентом, моим протеже и любовником, помощником. Он единственный за сохранность наших главных разработок. Он даст сигнал, когда эвакуация завершится. Приятно познакомиться. Просто выиграйте мне время, и я сделаю все возможное, чтобы спасти людей. Жизни их, точнее. И ценный груз. Хотя для меня очевидно, что ваша гигантская башня справится с любой армией, ведь у вас такой уникальный и умелый механик, как я. Не нравится он мне. Да что ты говоришь, или ты просто ревнуешь? Так, продержаться в бою назначенное время. Продержаться? Когда говорят про слово «продержаться», это означает очень, очень, very нехорошее, ребят. Во, давай. Круто. Так, ладно. Так, нус, сус. Так, улучшить. А можно и не улучшать, да пофигу. Нифига себе. Нифига себе. Так, бронебойные снаряды, давай. Так. Так. Так, так, отлично. Так, ладно. Что у нас там дальше? Так, ага, у нас нет, не хватает монет. Так, это особые миссии. Ух, мать моя, да. Так, ладно, ребят, давайте пока что на этом закончим. Спасибо, что вы меня смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И удачи.